Ребят, всех приветствую на моем канале. Сегодня я хочу рассмотреть такую вкладочку на бирже Gate, как голосование. Что это такое, для чего нужно и какие иксы мы можем получить с этого мероприятия. Первым же делом, чтобы участвовать в данном мероприятии, нам нужно, конечно же, зарегистрироваться на этой бирже. Если вы как-то еще не зарегистрировались, я оставлю ссылочку в описании. Обязательно регистрируйтесь, получите 30% скидку на комиссию и также 100 баксов токенами для новых пользователей. Итак, начнем. Первое, что хотел сказать, здесь мы перейдем в подробнее и вот здесь видим вкладочку голосования. Давайте перейдем на нее. Что такое голосование вообще? Голосование это то мероприятие, когда новый проект выходит на листинг данной биржи. И чтобы привлечь больше инвесторов, чтобы получить прибыль в самом старте своего проекта, люди создают вот такое голосование, и вы голосуете, получаете их токены ICO, то есть первоначальное размещение, с выгодой их продаете, и они получают также свою прибыль. Всем выгодно, все рады и счастливы. Чтобы проголосовать, нам нужно держать токены GT. Что это такое? Про именно этот токен я рассказывал в отдельном ролике. Вверху справа будет подсказочка, обязательно посмотрите. И перед тем, как мы начнем, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны. Очень много информации интересной будет для тебя, мой дорогой друг. Итак, давайте посмотрим главный экран. Что мы здесь видим? Мы видим, что некоторые проекты уже завершили свою акцию и вышли на листинг данной биржи. Вот один проект с токеном UFI стикером. Мы можем проголосовать. Итак, давайте перейдем к описанию инструмента, что и как делать. Здесь на главной странице мы видим сразу логотип данного проекта, тикер и то, что нам нужно, 10 миллионов голосов набрать, чтобы проект дал всем токены. Мы видим, что осталось 17 часов 20 минут до мероприятия. Также можно пригласить больше людей, чтобы проект набрал и всем разделили токены. И отдать свой голос. Давайте обо всем по порядку. Какие есть виды участия, как зарегистрироваться и так далее. Здесь кнопочка подробности, мы ее нажимаем. Нам открывается страница первой новости. Первонаперво мы можем перевести здесь русский язык, расширение Google, если установить. И тут мы видим, что нужно зарегистрироваться. Для этого я оставил ссылочку, обязательно регистрируйся. Нужно ввести свой ID и присоединиться, чтобы участвовать в airdrop. Где его найти? Вот здесь вот кнопочка ID. Мы ее нажимаем, копируем. И уже, если нажать сюда, вот здесь мы вводим. Тут ниже есть три варианта участия. Первое, второе, третье. Выбираем для себя удобное. Сейчас я их опишу далее. Первое это airdrop. Голосование будет 17 по 18 января. Время видим. Если набирает в первом раунде это голосование 10 миллионов голосов, далее будут рассчитаны токены на каждого пользователя в зависимости от того, сколько вы внесли голосов. Об этом чуть позже. Мероприятие номер 2 это первые 600 пользователей, которые внесли депозит, разделят 22 500. Вы берете, нажимаете депозит из любой другой биржи, где торгуется уже этот токен. Вот здесь вводите тикер UFI. И через сеть Binance Smart Chain BEP20, это единственная сеть, которая поддерживает данный токен. Вот здесь копируете ссылочку и переводите через эту сеть именно сюда на биржу. Если вы успели в первые 600 человек, вам также начисляются эти токены. Минимум 3000 нужно. Действие номер 3. Это airdrop для новых пользователей, как раз о чем я и говорил. Который может выиграть каждый по 8 UFI. Просто торгуйте. Это тоже нужно на скорость сделать. Также заполнить airdrop. То есть в общей сложности 15 тысяч токенов в порядке живой очереди. Здесь все работает так. Если ты первый, тебе первым начисляют. Просто в порядке очереди. Поэтому все нужно делать желательно побыстрее. Четвертое, это приглашаем друзей, также начисляют. И пятое мероприятие, это раздача в Твиттере. Что нужно? Вот здесь нажимаем активную ссылочку. Здесь нужно просто проголосовать.
точнее не проголосовать, а сделать твит, подписаться и так далее. Начисляются также голоса. Я еще в этом не участвовал, тоже надо поучаствовать. Тут мы рассмотрим инструкцию по выполнению. Если говорить вкратце, по порядку, первое, это написано, сколько GT, сколько стоит 1 GT. 1 GT это 1 голос. Грубо говоря, вот второй пункт. Если вы за день до листинга, до голосования купили 14 тысяч GT, у вас всего будет на следующий день 1000 GT, который можно голосовать. Начисляется среднее значение 14 дней удержания данного токена GT. То есть купили GT, держим 14 дней и голосуем по максимуму. Третье, нужно верифицироваться, кик пройти. Четвертое, это минимум 10 миллионов голосов нам нужно набрать. Ну, как правило, набирают больше. Чем больше набираем, тем меньше аллокация, меньше токенов получает каждый участник. И так далее. Здесь говорится про риски, то, что может упасть токен, либо подняться, про мошенников и так далее. Что еще хотел сказать? Участвовать нужно во всех мероприятиях. То есть мы просто получаем свои иксы, ничего не делая. Где-то проект, конечно, не выстреливает, а где-то из 5 токенов можно получить неплохую прибыль. Почему бы и нет? Поэтому, ребята, обязательно регистрируйтесь по ссылке. Голосуйте за все проекты, это ничего не стоит, порядка одной минуты. Также участвуйте в Twitter аккаунте, то есть в акции и во всех других акциях, чтобы получить максимально от данного голосования. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, это большая мотивация. И также оставьте свой комментарий, что бы вы хотели улучшить на данном канале. Все, всем пока, ребят, пишите, не забывайте.